Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня моя детишки вам принесла, ну и, конечно, взрослые, я вам принесла вот такой сюрпризик. Чупа-чуп, шоколадное яйцо. Давайте мы его откроем. Подарок, который нам принесла наша Луна. Так, давайте посмотрим, что она нам принесла. Она нам принесла шоколадный шар Чупа-Чупс серии Каприч Дракона 2. Я уже открывала два таких яйца. Вы можете посмотреть на моем канале. Там я уже делала видео этой серии. Так, ой. Так, и кто нам попадется? Кто-то интересный, потому что не открывается что-то. Так, секундочка. И кто же нам там попался? Так, сейчас откроем его. И нам попалась Астрид. А вот такая Астрид. Это девочка. Из вот мультфильма «Как приручить дракона». Сейчас покажу вам. Нам попалась вот эта вот девочка. Вот эта вот. Ее зовут Астрид. У нее дракон Грангиль. К сожалению, он мне не попадался. Но ура! Это третья игрушка у меня. Вот такая. Такая куколка Астрид. Всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока!